для вас музыкальный подарок. Вам интересно, ребятки? Служил в далекий 1956 год. Именно тогда на заседании правительства Советского Союза решал мотороллеров в нашей стране. И вот уже был принят чуть позже постановление за номером 825, а позже указ, в котором запускали нужный механизм в данном секторе машиностроения. Необходимо было создать, так называть, производственные мощности. Выбор падает на два военных завода. Пятско-Полянский машиностроительный завод, который в годы войны производил знаменитый шпагинский ППШ, эвакуированный из подмосковного Загорска. И Тульский машиностроительный завод, который в будущем будет выпускать знаменитые трицикловые муравьи, и уже в 80-е годы такой мотор. Для борьбы с советским бездорожьем. Пришлись с 86 по 88 год выпуска. Чепели, машиностроительный комбинат Чепель, находившийся под столицей Венгерской Народной Республики, Будапешт. После войны сначала как раз потому, что на заводе решили производить альтернативу автомобилям, которые строили действительно баснословных денег. И вот на заводе начали производить мотоциклы. Изначально они были известны под маркой Чепель, а позже стали производиться под маркой Паннони. Именно под такой маркой и они возились в Советский Союз. Было экспортировано с 1956 по 1975 год более, если не ошибаюсь, по памяти 286 959 мотоциклов. Да, а вот у нас такая авиационная турбина, как напоминание, что в годы войны завод занимался выпуском авиационной техники. Служебный автомобиль Юрия Павловича Горячева, который был первым секретарем Ульяновской области в 80-е годы, что был такой служебный автомобиль «Чайка», ГАЗ-14, производство 1983 года, передали для экспонирования к нам в музей, как тоже часть вот нашей истории.
техника, поскольку достаточно уникальная. Производился он с 1978 по 1988 год. Что мы стали еще начали в 69 году. Вот на замену тогдашним. Она выпускалась в нескольких вариантах, на 6, на 7 посадочных мест. Как бы, ну, по умолчанию, конечно, первое лицо, когда ехало, оно, естественно, старалось ехать с комфортом, то есть вот с убранными вот этими креслами. Но в случае, если, например, на одной машине ехал, с какой стороны, там, какие-то сопровождающие, там, помощники, секретари, они, конечно, могли там все уместиться вот в одну машину, но так, в принципе, легко. Откидные. Вот, кому-то, конечно, требовалось, ну, да, иногда охрана, или там кому-то уже медицинское, как прикладное мужество, а? Да, его, кстати, собственно говоря, выпускать стали вот как раз вот в столе юбилею, прежде. Вот, 78 год. Ну, да. Секретарем Ульяновского. Как бы закреплен. Вот, и там даже вот можете посмотреть. Подойти, там, правда, к сожалению, через стекло не видно, а с той стороны, к сожалению, там не открываете. Вот из заведующего не имею права открыть. Там по спидометру видно, что не больше там 50 тысяч километров они проехали. То есть она использована. Ну, очевидно, только по городу, вряд ли по сельской местности срочно не ездил. Вот. Вот. Дело вот в чем еще. Потому что в эксплуатации служебные автомобили могли быть только 100 тысяч километров. После этого, соответственно, заменяли на новую машину с завода, предоставляли служебную, а старую капитально ремонтировали, перебирали ей мотор, перекрашивали, потому что, я говорю, черный цвет был служебных только. Вот, например, могли белый цвет покрасить, правительство, политбюро, ЦК. Почему она, собственно говоря, стоит здесь? Потому что официально это, да, ну, как бы называется инвалидный автомобиль, так называется мото 3D производства Серповского мотозавода. Ну, на смену, собственно говоря, Бургуновка знаменитая, которая вот без вообще как бы такой была с открытым верхом, ну там без центра. Он открылся вот именно специально вот это вот подготовленное помещение. Эта коллекция собиралась уже не первый, естественно, год. Есть больше в рабочем состоянии, во-первых. А где в полностью, так сказать, в комплектации. Вот. А некоторые еще экземпляры, они в работе. Например, из планеты спорта, а у нас комплекты при еще не подобрали родной. Вот. Который у нее оригинальный был, японский. Переделка с чем как бы, ну, вручную, как бы самим гонщиком Львом Петровичем Ерохиным. Мотоцикл Ява переделанный для соревнований по ледовому спидвею. Вот. Заправляли их метанолом. Петрович Ерохин, мастер спорта, чемпион Союза по ипподромным гонкам 70-го года, был в запасном составе сборной Союза по ледовому спидвею. Тут, собственно, я выставлю выступление. Вот, специально сделана вот такая вот шиповка с одной с другой стороны, потому что кольцевая трасса, они все время в одну сторону.